мы лежали в больнице, и нам вот врач сказал, что нужно проверить ребенка, что ребенок плачет, не просто как ребенок здоровый. Там после капельницы, после всего он закатывался, кричал по 40 минут. Мы попали в психиатрическую вот больницу на обследование, и нам там вот сказали, что у него Ф83, умственно отсталый ребенок. И мы поехали в Севастополь, сделали МРТ. Нам помогли там, и нам сказали, что у нас полимикрогирия, стареет кора головного мозга. С этим диагнозом мы нашли вот в Анапе, были в Анапе под наблюдением, получали там токи, но толку не было. Мы поехали в Новороссийск, сделали там энцефалограмму головного мозга. Нам показалось, что у нас там клеточки умирают в голове. Знакомые помогли нам обратиться в Турцию. Поехали на обследование, нам сразу поставили аутизм 3-й степени. Мы там получали терапии, с ним занимались, учили его, но этого мало. Ни на что он не реагирует, вообще сам не кушает, ничего не просит. У ребенка даже чувства голода нет. Вот ему 3 годика, а развитие многогодовалого ребеночка. Он как остановился вот в годик развития, больше не развивается. Физически он развивается, растет, все, а умственно нет. Мы обратились в Стамбул к профессору в клинику. Он вот порекомендовал пересадить стволовую клетку. 2 клеточки. Сказал, что будут улучшения, что ребенок, ну, 75%, что он заговорит, начнет реагировать. Она делается 1 раз. Там их можно пересадить до 10 клеточек. Если вот ему сейчас 2 порекомендовали. Если поможет 2, то остановимся на 2. Мы просто исчерпали все возможности, все свои финансы, пока мы были на обследованиях, на всем. Дать ему шанс на выздоровление, хотя бы на улучшение, чтобы он немножко развивался. Все неравнодушные, пожалуйста, помогите.